снова поляны режь. Забил, что мама говорила, его будет болеть. Да разве я ем? Чудачка. Я не ем. Я только пробую. Вижу, как ты пробуешь. А что мама скажет? А мама не заметит. Заметит. Не заметит. Мама уходит, банка полная была, а Саша остался вон сколько. А скажу, что Мурзик съел. А мама тебе не поверит. А я вот что придумал. Я возьму и намажу Мурзику губы вареньем. Вот мама и поверит. Мурзик, 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 вот он, держи. Все варенье съел. Не трогай Мурзика. Не твое дело. Мурзик, 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 Мурзик. Ничего, если захочет, придет. Здравствуй, дядь Кузя. Здравствуй, Стасик, здравствуй. Дмитрий Ильичу, есть письмо? Есть какой любопытный. У меня много писем. Ну скажите, дядь Кузя. Есть? Ну, есть, есть. А можно посмотреть, какая марочка? Увидишь, куда она от тебя денется. А, филателист. Здравствуйте. Одну минутку. Здравствуй, Стасик. Вот вам письма. Ага, ты как на работу являешься. Это тебе польские. А вот вам австрийская. Ну-ка. А, вот. Такая у меня есть. А вот эту я возьму, не жалко? Нет. Ну, спасибо. Мишутка! Мишутки нет! Здравствуйте, Галина Николаевна. Это ты, Стасик? Угу. Здравствуй. Варя. Варя. А Мишутка пошел за молоком. За молоком? Сейчас придет. Я Варе принес котлету, кашу и ириски. А куда же ты, Стасик? Стасик! А что ты хочешь за Францию? А ну-ка дай посмотреть. За Францию. За Францию. За Францию. Вот что, Мишутка. За Францию ты дай мне вот эту. Трехуголочку за Францию. За Францию. А что это такого? Ну, если тебе мало. Ну, если тебе мало, так я еще Америку прибавлю. А зачем мне Америка? А ты знаешь, что такой трехуголочки ни у кого на свете нет? Сказал. Я точно такую марку видел у Костиного брата. Даже две. Так я тебе и поверил. Что? Ничего. Ну, тогда я с тобой сори. Ну, пожалуйста. Мишутка, ну чего? А хочешь, я тебе за нее дам Францию, Америку и памятник? Нет, эта марочка у меня необменная. В Африку пошел. Штук 50. Или 1000. Когда же это у тебя столько трехугольных марок было?
Ну когда? Когда еще был большой? Я ведь раньше был большой, как дядя Боря. А потом сделался маленький. А я сначала был маленький, а потом стал большой. А потом опять маленький, и скоро опять стану большой. А я раньше, когда был большой, плавать умел. Всю реку мог переплыть. Ну, подумаешь, реку. Я море мог переплыть. Подумаешь, море. Я океан переплывал. А я раньше летать умел. Врешь? Нет, правда. А ну полети. Пожалуйста. Сейчас не могу, разучился. А я один раз купался в море, и на меня напала акула. Я ее бас кулаком, она меня цап за голову и откусила. Почему ж ты не умер? А зачем мне умирать? Я выплыл на берег и пошел домой. А как же ты шел без головы? Ну как? Так и шел. А зачем мне голова? А почему ж ты теперь с головой? Другая выросла. А я один раз был этой самой в Индии, и на меня напал лев. У меня ружья не было, была только палка. Я его как трах по башке, а он меня цап за ногу откусил, а я как побегу. Постой! Как же ты бежал без ноги? А я на одной, будто на одной ноге бегать нельзя. Вот я бегу, а он за мной догоняет. Сам за вторую ногу и откусил, а я еще быстрее побежал. Врешь? В руки все это. Нет, правда. Как же ты мог бежать без ног? Новые выросли. Все равно это врать. Кто-то вас врать учит. Как вам не стыдно? Чего стыдно? Ну вот так врать-то. Мы же никого не обманываем. Мы просто выдумываем. Ага. Будто сказки рассказываем. Ну это как это на букву Ф? Как? Фантазируем. Подумаешь, какие нашлись фантазеры. А по-твоему, легко выдумывать? Конечно, легко. Ну тогда выдумай что-нибудь. Правда, выдумай. Выдумать. Сейчас, пожалуйста. Ну. Ты на небо не смотри, там не написано. Сейчас. Дайте подумать. Ну что ж ты ничего не придумываешь? А говорил легко. Подожди, не мешай. Вот придумал. Один раз я дразнил собаку. Она меня цап за ногу. И укусила. Да что ты? Не веришь? Честное слово. Даже шрам остался. Во какой. Ну и что же ты выдумал? Что? Что было, то и рассказал. А говорил выдумывать мастер. Мастер! Я мастер? Да не такой, как вы. Вот вы все врете, да без толку. Вот я вчера соврал, и это его польза. Какая польза? Какая? А вот такая. Вчера вечером мама и папа ушли в кино. А мы с Леной остались дома. Лена легла спать, а я залез в буфет и съел полбанки варенья. Потом, понимаешь, думал, как бы мне не попало. И придумал. Мама приходит, спрашивает, кто варенье съел. Я говорю, не знаю. Мама посмотрела, а у Ленки все губы варенье. Утром эта мама попала, а мне мама еще варенье дала. Вот и польза. Значит, из-за тебя другому попало. А ты и рад. А тебе что? Нет, и ничего. А вот ты, как это называется? Ябеда. Да, ябеда. Правильно, ябеда. Сам вы ябеда. Уходи, не хотим с тобой сидеть.
Ну, уходите, если вам не нравится. Давай, уходи отсюда. Уходи, я беда. Это вы уходите. Нет, вы. Нет, вы. Куда я пойду? Пошли. Пусть он один сидит. Тьфу на него. Это на вас! Тьфу! Марочка будет. Ну, сколько у тебя денежек? У меня только 8 копеечек, а у тебя сколько? А у меня только 2. Ну-ка, сосчитаем, сколько всего? 7. Всего 10 копеечек. Еще бы 1 копеечку, и было бы 11. И купили бы эскимо. Ну, посмотри, не завалялся тебе где-нибудь копеечка? Да нет же, у меня карманов нет. Ну, ты посмотри получше. Слушай, давай поищем. Я один раз копеечку нашел. Давай. Копейка, 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 копейка. Попарись, копейка. Ребят, у вас что, копейки не хватает? Да. Идите сюда. Давай. Копейка за тобой. Бери, бери, бери. Спасибо. Сначала я откушу, а потом ты. Нет, пойдем домой, разрежем ножом. Бежим быстрее, а то растает. Смотри, Ленка. Ты чего ревешь? Меня мама гулять не пускает. За что? За то, что Валерий съел, а я вовсе не ела. Это Яшка съел. Он нам сам рассказывал, а Яшка пошел в кино. Ах ты, бедненькая, бедненькая. Ну ладно, не реви. Я тебе свою полпорцию мороженого отдам. Ну, я тебе полпорции отдам. Вот только попробуй разочек и отдам. Давай откусим понемножку и отдадим. Давай. На, ешь и никого не бойся. Пошли. Молоко принес. Принес. Варя. Давай, давай, скорее. У меня все готово. На. Варя. Варя. Бабушка, я пошел. У тебя мороженое, дай кусочек. Видишь, какой хитренький. Ну не надо. А я тебе не покажу, что у меня есть. А что у тебя есть? А дай откусить кусочек, тогда покажу. Ну на. У меня марка. Какая марка? А дашь откусить кусочек? Тогда покажу. Ну на. Эти. Гляди, какая. Смотри мне, какая марка. Я теперь буду марки собирать. Все ребята собирают. И я буду собирать. А где ты будешь собирать? Ну, где-где. Еще где-нибудь найду. Ha ha ha!
Ой, котеночек! Пошли, Надежда Ивановна, покажем. Надежда Ивановна, к нам котеночек. Надежда Ивановна. Надежда Ивановна. Кошечку взяла. Она ребята, сама а помните, мы про кошку стихи учили? Выйдет кошка на прогулку. Давайте повторяйте все за мной. Выйдет кошка на прогулку, да пройдет по переулку. Смотрят люди, не дыша, да чего же хороша. Ну вот, пускай бежит домой. Какие марочки. Вот это польская. Вот это у меня есть. А вот это и нету. Ни одной треуголочки. А может, с той стороны? Нет. Там такие же. Дяденька, у вас котеночек не потерялся? Не потерялся? Нет, не потерялся. А что, вы котеночка нашли? Да, нашли. А-а-а. Бабушка, давай возьмем котеночка. Как это возьмем? Тихо. Нельзя, он чужой, он ведь потерялся. А я знаю, у кого есть котеночек. У кого? В домике на горке. Эй, есть кто-нибудь дома? Есть. Кто? Полезли. Потерялся. А какой у вас потерялся? Никакой не потерялся. Так чего зря разговаривать? Сколько времени за тебя потеряли? Постойте, я знаю, чей это котенок. Чей? Здесь недалеко живет мальчик Яша,
И девочка Леночка, это их котенок. Пойдемте, я вам покажу, где Леночка живет. Не надо, мы сами знаем. Леночка! 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 Живого! Нам не тебя надо, нам Леночку! Мы хотим котеночка отдать! А почему это Леночку? Потому что ты этот обманщик! Сам съел варенье, свалил на Леночку! Варенье на Леночку свалил! Не будем с тобой дружить! Ябеда! Ябеда, корябеда! Уходите! Это не ваша улица! Обжора! Обманщик! Меня тревожит. Оказывается, это он съел варенье. Ну и на здоровье. Ах, это он съел варенье? Да. Ты представляешь целую банку. Ну тогда нужно дать ему касторки. 3 столовых ложки. Слушай, а как он относится к своей сестричке, а? Другой бы старший брат увидел, что у сестрички стульчик сломался, взял бы и починил. Ну, может, он маленький, не понимает еще. Маленький. За это варенье его все ребята дразнили. Ребята понимают, а он нет. Ну, ничего, подрастет, все поймет и тоже будет совершать хорошие поступки. Здравствуй, дядь Саша. Здорово. Вы не знаете, где Дмитрий Ильич? Посмотри у телескопа. Я Толя! Эй! Вы не видели Дмитрия Ильича? Да вон он пошел. Дмитрий Ильич! Дмитрий Скорее, Ильич! Мне некогда. Я в машине. Хорошо. Не повезло тебе сегодня. Всего одна марка. Ничего. О, треуголочка. Как у Мишутки. А кто вам из Африки письмо прислал? Африканец? Африканец. Тоже ваш ученик? Тоже мой ученик. А вы были в Африке? Не был. И я не был, а вы? Мы надолго? Да часа на два. А когда я вырасту большой и стану профессором, как вы, мне тоже ученики будут письма писать? Ну, конечно. Вот тогда у меня сколько марочек будет. Ну, до завтра. Поехали. Не попало, бебе. Целовали с тобой, пахнет палуба, клели вам, хорошо, как в лесу,
и бумажка приклеена у тебя на носу. Что, у тебя стульчик сломался? Да. Давай я тебя починю. Давай. Яша, мы с Леночкой пойдем в магазин, а ты оставайся дома. Когда мы вернемся, пойдешь гулять. Ладно. Ты следи за своим Мурзиком, а то он у тебя рыбку съест. Хорошо, буду следить. Сережа! Сережка! Чего? Смотри, какая мне Марочка! А ну покажи. Смотри. А где ты ее взял? Не скажу. А я и сам знаю. Ничего ты не знаешь. Знаю. Ты ее у Мишутки взял. Я у нее точно такую видел. И вовсе не у Мишутки. А у кого? Врешь тебе секрет. Врешь ты все. Что это такое за слово врешь? Врешь! Мишутка! Слушай-ка, чуть ты? Что, испугался? Сам ты испугался. Это мне бабушка сделала. Я устраиваю звериный театр. А вот это гусиный доктор, похож? Похож. А вот мои почтальоны. Смотри, какие. Ой, ты. А что тебе, папа привез? Ага. Он мне еще медвежонка обещал. Упал ко мне. Упик корзину. Упик пошел. Пошел, Упик. Упик пошел. Да, он просто не узнал меня. Упик корзину. Упик пошел. Упик корзину. Пошел, Упик. Упик пошел. Упик, принеси голубей. Ну, корзину, Упик. А еще его надо учить. Упик, Упик. Держи голубей. Голубиная почта, принеси мне письмо, пускай. Давай другого. Пускай. Зачем же ты Стаську самую лучшую марку отдал? Какую самую лучшую? Ну, треугольную, со льву. Чего я ему не отдавал? Откуда же у него взялась треугольная марка? Наверное, достал где-нибудь. Да где же он может достать? Я у него спрашивала, а он говорит секрет. А марка в точности как твоя. А ну, покажи свою марку. Сейчас покажу. Постой, постой. Ну, где твоя марка? Постой. Нет, нигде. Ты знаешь, я ему показывала эту марку. Он хотел обменять у меня, а я не согласился. Вот видишь, ты не согласился, а он сам взял. Вот тебе и весь секрет. Пойдем, отберем у него марку. Пошли. Стой! Стой! Чего вы? Отдай мою марку, вот чего. Какую твою марку? Треугольную. Да ты что? А ну-ка, покажи свой альбом. Зачем я буду показывать свой альбом? А не покажешь, значит, взял. Ну, смотри, только издали. Моя марка. Конечно, твоя. Нет, моя. Мне Дмитрий Ильич дал. Какой Дмитрий Ильич? Отдай марку. Беги, Мишутка, я его подержу. Мужчина! Я с тобой не вожусь! Ну, пожалуйста!
листок. А что ты тут делаешь? Чиню Леночке стульчик. А, мастер, ломастер. Пойдем на море. Не могу. Не надо совершить хороший поступок. А что это у тебя, тигр, да? А ты что, тоже собираешь марки? А чё это у тебя одна марка? А где ты ее взял? Это тебе, наверное, Стасик дал? Почему Стасик? Да потому что я у него такую марку видел. Шутка со Стасиком, даже из-за нее поссорились. Вот я и подумал, что тебе ее Стасик дал. Я ее совсем в другом месте взял. Что это у тебя? Рыбка? Сам видишь, рыбка. А как называется? Вуаля-хвостка. Как? Вуаля-хвостка. Рыбочка, рыбка. Слушай, давай меняться, а? Ты мне дай рыбку, а я тебе, если хочешь, дам свой свисток. Зачем мне свисток? По-моему, рыбка лучше свистка. Чем же она лучше? Свисток свистеть может, а рыбка что? Разве может рыбка свистеть? А зачем рыбке свистеть? Рыбка свистеть ведь не умеет. А зато она умеет плавать. Свисток ведь не умеет плавать. Сказал. Где это видно, чтоб свистки плавали? А зато рыбку может кот съесть. Вот и не будет у тебя ни свистка, ни рыбки. Понял? А свисток железный, его кот не съест. Мне мама не позволяет меняться. Она говорит, что я захочу, она сама купит. Да где же она купит такой свисток? Такие свистки ведь не продаются. Да это настоящий, милиционерский. Да я как выйду во двор, как свистну, сразу все ребят подумают, что милиционер пришел. Сереж, да я. Сереж, ну дай посвистать, ну Сереж, ну не будь же, ну Сереж, ну один раз. Вот такая банка. Ну тогда бери. Есть, поймал. Не раздави. Наливай быстрее. Сейчас. Пошли ко мне, посадим в банку. Рыбочка, 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 рыбочка. Ну, Яша, боже мой, что там? А где ж твоя рыбка, Яша? Может быть, ее Мурзик съел? Не знаю. Нашел-таки время, когда дома никого не было. Взял и съел твою рыбку. Ну-ка, найди мне его быстро. А Мурзик на кухне молочко пьет. А его здесь нет. Он, наверное... Иди погуляй, а то тебе от мамы попадет.
уходи, глупый. Тебе человеческим языком говорят. Нельзя домой. Мам! Мама! Ага, явился наконец. А ну иди сюда. Ишь ты, хитрец какой, чувствует, что виноват. А ну лови его быстро, лови его скорей. Сейчас мы его проучим. Мама! Мамочка, не бей Мурзика! Он не виноват. Как не виноват? А кто же рыбку съел? Это не он. А кто же? Это я. Ты съел? Нет, я не съел. Я променялся на свисток. Какой свисток? Какой свисток? Вот на этот. Как тебе не стыдно? Я нечаянно. Сережка сказал, давай меняться, вот я поменялся. Ну а почему ж ты мне неправду сказала? Я же на Мурзика подумала. А почему ты мне неправду сказала? Я боялся, что ты меня всыпешь. Что-что? Я боялся, что ты меня заругаешь. Правильно, обязательно буду ругать, потому что ты нечестный человек. Нет, я честный. Нет. Честный. Нет, я честный. Вот увидишь, я честный. Рыбку обратно, ничего не вышло. Сереж, а как ты думаешь, что надо сделать, чтобы получился хороший поступок? Не знаю. Я не знаю. Знаешь что, давай меняться. Ты мне дай обратно свисток, а я тебе свою удочку. Пойдешь на море, поймаешь рыбку и отдашь маме. Вот и будет хороший поступок. Сейчас принесу.
какая удочка. Ну давай свисток. Хитрый какой. Сначала поймаем рыбку, а потом уж я дам твой свисток. Ха, испугался. Смотри, какая удочка. Первый сорт. И крючок есть, и грузила, и поплавок. Как закинем, сразу поймаем. Опля! Держи крепче. Смотри, как только поплавок дернется, сразу тащим. Ага, клюет, клюет. Яшка, тащи, ну чего ты смотришь? Тащи, Яшка, ну! Есть! Сорвалась. Во, рыба была. Крючок откусила. Сереж, вот такая рыба была. Честное слово, такая. Ты видел? Вот такая большая рыба. Вася, да ладно, Яш, не жалей. Сереж, а как же хороший поступок? Не знаю. Яшка, давай выключим приемник. Все равно ничего не слышим. Вы что здесь делаете, а? Дай-ка сюда. Вы чьи? Ничьи. А рыба где? Сорвалась. Крючок откусила. Большая рыба? Вот такая. Вот такая. Нет, вот такая. Наверное, акула. Как зовут тебя? Сережа. Сережа? Да. А тебя? Яша. Яша. Яша манная каша. Яш. Ты чего такой грустный? Рыбу жалко, а? Яша, простокваша, что рыбу жалко, да? Угу. Хотите, я бы такую вот рыбу поймаю, а? Да. Вот такую. Яш, хочешь? Не расстраивайся. Сейчас нырну поглубже, будьте здесь. Я быстро. Это не ваш крючок! Нет! Не наш! Есть! Ваши часы в воде тоже ходят. Сереж,
чего? А как ты думаешь, если я маме огурцов нарву, хороший поступок будет? Думаю, хороший. Полезли, полезли. Опа. Понесешь обратно. Куда же я их понесу? Они ведь на грядке росли, а их сорвал. Теперь они все равно ведь расти не будут. Ничего, ничего. Ты отнесешь туда, где сорвал. Понял? Ну, их лучше выброшу. Ишь ты, выброшу. Ты их не сажал, держи. И не имеешь права выбрасывать. Иди, иди, иди. Там дедушка нам свистел, а мы убежали. Вот видишь, что вы делаете. А если бы он вас поймал? Он не догнал бы. Он старенький дедушка. Бессовестный. Ведь дедушка за эти огурцы отвечает. Узнают, что огурцы пропали, скажут, что дедушка виноват. Ну что ты швыряешь огурцы? На, пошел. Ну и пусть. Лучше у меня совсем сына не будет, чем будет сын вор. Да не надо, пусть у тебя сына не будет. Мам, лицо я сгубил. Ты чего плачешь тут? Дедушка, я огурцы принес. Какие огурцы? Которые мы с Сережкой сорвали. А мама сказала, что их отнес обратно. Вон какое дело. Я вам, значит, свистел, а вы в это время огурцы тащили, а? Нехорошо. Ну чего хнычешь? Иди выкладывай огурцы. Ну смотри, больше не делай так. Эт.
тебе, небось, Сережка научил. Нет, дедушка, я сам. А Сережка мне свои огурцы отдал. Ну как, все, что ли? Все. Нет, не все, дедушка. Одному не хватает. Как так не хватает? А где же он? Дедушка, я один огурец съел. Что теперь будет? Ну, ничего не будет. Ну, съел и съел на здоровье. А вам, дедушка, ничего не будет за то, что один огурец пропал? За один огурец ничего не будет. А вот если бы ты остальные огурцы не принес, вот тогда да. А что было бы? Ну, знаешь ли. Ну, ладно, беги. Дедушка! Ай! А как этот огурец будет считаться, который я съел? Украл я его или нет? Вот задача. Ну, пускай не украл. А как же? Ну, считай, что я тебе его подарил. Спасибо, дедушка. Я пошел. Серёжка!
Что ты делал, Стасик, когда мы с тобой в ссоре были? Что я делал? Я скучал. И я скучал. Смотри, на кого похоже? На жирафа. Ага. И на кузнечиков. Шел по улице и раздавил там автобус. Как же ты мог раздавить автобус? Ну как? Наступил ногой, раз, и раздавил лепешку. Вот так соврал. А вот и не соврал. Как же не соврал? Автобус-то вон какой. А ты вон какой. Автобус же был маленький, игрушечный. Его мальчишка тащил на веревочке. Так бы сразу и говорил. А вот я раз летал на Луну. На чем что летал? Как на чем? На ракете. На чем же еще на Луну летает? Ну что ты там видел? Ну что? Ничего. Ты говоришь, на Луну летал? Конечно, летал. А почему же там ничего не видел? Это ведь было ночью, темно. Я во сне летал. Ну так бы и говорил сразу. Я же не знал, что ты во сне летал. Ребята, я тоже придумал. Ну что ты придумал? Ребят, ну только послушайте. Ну-ка, давай, рассказывай. Ну, послушайте. Один раз я был в Африке. Меня там крокодил съел. Вот так соврал. И ничего не соврал. Так почему ж ты живой остался, если тебя крокодил проглотил? Так он же меня потом выплюнул. Фантазер. Фантазер. А кто это такой? Кто в кольке, кто?